Вот такая вот Toyota Camry. Бампер передний имеет повреждения на саморезах. В общем, требует детального восстановления. На капоте, ну, практически нету сколов, несмотря на пробег. Кузов, в общем-то, неплохо выглядит вживую. Крашено заднее правое крыло. Резина новая Zetta. Диски вот практически на каждом есть мелкая бордюрка. Вот такой протектор. Диски хорошие. Тормозной диск неплохой тоже, передний. Задний новый вижу. Так, вот такой спойлер. Здесь должны быть 4, 2, по 2 насадки с каждой стороны желательно. Тогда будет вид хороший. Отсутствует Toyota Camry обозначение. Левая сторона хорошая. Салон здесь хорошо. Здесь все хорошо. Пороги хорошие, целые. Так. Здесь все хорошо. Сиденье водительское отлично, замечаний нету. Руль отлично, 129-308 пробег. КПП вот потертость. Toyota стекло имеет вот такую трещину. С этой стороны торпеда отлично, сиденье отлично, потолок все хорошо, целый, дверная карта отлично. Также все отлично. 2 100 000, 2020 год. Кого заинтересовал автомобиль, пожалуйста, обращайтесь. Но вот такие вот моменты, конечно же, не очень круто, как есть.